Книга Бытие, глава 1, текст 1. «Вначале сотворил Элохим небеса и землю». Из данного текста очень ясно видно, что был какой-то период времени, когда не было ничего, не было физического мира. Но опять-таки выражение «период времени» — это условное выражение, потому что время относится к нам с вами. Это единица измерения физического мира. А что в отношении Бога, в отношении бытия Бога сказать очень сложно. Есть ли у него время? Скорее всего, этого нет. Тем не менее, был период, когда Бог был, но не было ничего. И пришло время, когда Бог сотворил небеса и землю. В данном тексте очень интересное слово «небеса» — «шамаим». «Шамаим» — это существительного мужского рода, и оно стоит во множественном числе. То есть Бог сотворил не небо, а небеса. И вот возникает такой вопрос. А что следует понимать под небесами? В тексте Ветхого Завета, священного писания евреев, Танахе, мы находим, что слово «шамаим» относится к атмосфере, к пространству, которое наполнено облаками, атмосферой, и по которому летают птицы. В Псаломе 146, 8 текст говорится, что Он, то есть Бог, покрывает небеса облаками. В этом воздушном пространстве находятся облака. Это воздушное пространство расположено вокруг Земли. Следующее применение «шамаим» мы находим в Бытие 15 глава, 5 текст. «Посмотри на небеса и сосчитай звезды». То есть слово «шамаим» также относится к звездному небу, на котором расположены Солнце, Луна, звезды. Следующее определение слова «шамаим» мы находим в книге пророка Даниила, 2 глава, 28 текст. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». На небесах есть Бог. «Шамаим» — небеса, как обитель Бога и ангелов, и святых духов. «Шамаим» также обозначает и духовный мир. Но вернемся к нашему с вами вопросу. «Вначале сотворил Элохим небеса». На мой взгляд, под словом «небеса» следует понимать три вот этих вот определения. То есть атмосфера Земли, космическое пространство, где находится Солнце, Луна и звезды, а также духовный мир, где находятся ангелы, святые духи и обитает Бог. Если согласиться с таким определением, то получается очень интересный момент. До начала творения не было ничего, ни духовного мира, ни физического мира. Был только Бог. И первое, что Бог сотворил, это духовный мир и физический мир. И только потом в физическом мире Бог сотворил землю. Мы видим, что в тексте первым стоит слово «небеса», то есть первое творение — это небеса, а после идет земля. Интересен еще один такой момент из этого текста. Слово «небеса» и «земля» означают «вселенную». Это просматривается в тексте книга пророка Иеремия, 10 глава, 12 текст. «Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса». То есть небеса и земля — это есть вселенная. Ивритское слово «тебель» в данном тексте в синодальном переводе перевели словом «вселенная». Для большей ясности можно отметить, что слово «тебель» имеет значение как «обитаемый мир». И, судя по всему, данное слово включает в себя не только физический мир, но и духовный мир. Вот этот физический духовный мир – это есть «тебель» – «вселенная». Книга Бытие, 1 глава, текст 2. «Земля была пустыня и пустота, тьма на поверхности бездны, и дух Элохима парил над поверхностью вод». В данном тексте дается краткое описание состояния Земли после ее первоначального сотворения. Земля характеризуется как пустыня и пустота. Здесь стоят два еврейских слова, которые имеют интересное очень звучание, как «тоху» и «боху». Согласно словарей, «тоху» — это существительное мужского рода и имеет значение как «бесформенность» и «пустота». И «боху» или есть другое произношение «воху» имеет значение как «пустота быть пустым». Получается, что согласно значению этих слов и этого текста, первоначальная земля не имела никакой формы.
Она была бесформенна. Судя по всему, представляла из себя какой-то сгусток. Земля была пуста. Она не была наполнена растительностью, горами, рельефом, атмосферой, облаками. Она была необитаема. И далее говорится, земля была бесформенна и пуста, тьма на поверхности бездны. Ивритское слово, которое здесь переведено как бездна, имеет очень интересное значение. На иврите оно произносится как техом. Согласно этимологического словаря еврейского языка, слово техом имеет значение как глубина, глубокий, бездна, глубокое море и очень интересное такое значение как первобытный океан. Другими словами, земля представляла из себя большой океан воды, очень глубокий, то есть бездна воды. Из данного текста мы видим, что земля имела три составляющих, или описана тремя такими вот составляющими. Первое – это бездна, большие объемы воды с большой глубиной, как мы здесь вот видим на данной картинке. Вторая составляющая – это тьма, которая простиралась вокруг бездны. И третья составляющая – это дух Элохима, который парил над поверхностью вод. Схематически это можно обозначить примерно вот так. В центре мы с вами видим большой объем воды, бездна воды, обозначен синим цветом. И вокруг это тьма, вокруг бездны была тьма. Книга Бытие, глава 1, тексты с 6 по 8. «И сказал Элохим, будет ракия посреди воды, и будет разделять между водой и водою. И сделал Элохим ракия, и отделил между водой, которая под ракия, и между водой, которая над ракия, и назвал Элохим ракия небеса». Ивритское слово «ракия» я оставил без перевода, потому что есть определенные трудности с переводом этого слова и с его интерпретацией, пониманием. Кроме того, данное слово является ключом для понимания этого текста. В разных переводах это слово может переводиться по-разному, например, как «твердь», как «небосвод». В процессе исследования данного текста первой главы мы постараемся разобраться и понять значение и смысл этого слова. Но сперва я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в данном тексте видно. Первое. Элохим создает ракия и разделяет воды бездны. Второе. Элохим называет ракия небесами. Давайте посмотрим теперь на схему, чтобы более лучше понять. Первоначально земля состояла из бездны воды, вокруг которой простиралась тьма. Теперь воды этой бездны разделяет ракия. И получается, что есть вода, которая находится под ракия. Здесь мы видим в центре с вами. И есть вода, которая находится над ракией. Хотя о тьме ничего не говорится, но на мой взгляд, тьма тоже присутствует и тоже окружает воды, которые находятся над ракией. Здесь мы с вами видим картину уже второго этапа создания или формирования земли. Так что же представляет собой ракия? Давайте сперва обратимся к словарям. Посмотрим, какое значение они дают этому слову. Словарь-указатель Цыганкова говорит, что слово ракия является существительным мужского рода и происходит от глагола рака. Данный глагол имеет значение как стучать по земле, топать в избытке чувств, бить, плющить, оббивать тонкими листами металла, выкладывать, простирать, вытягивать. Еврейско-арамейский лексикон Ветхого Завета Коклера дает определение слову «ракии» как «выбитая металлическая пластина или чаша» или «твердый небесный свод». Еще один еврейский лексикон говорит, что «ракия» имеет значение первое, как «твердое пространство», «простор». Книга Иова, 37 глава, 18 текст. «Ты ли с ним распространил небеса, твердые, как литое зеркало?» Следующее определение «ракии» как «пространство, как будто изо льда». Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 22 текст. «Над головами животных было подобие свода». Здесь стоит слово «ракия» еврейское, которое переведено как «свод». «Как вид изумительного кристалла». То есть слово «ракия» характеризуется твердостью и видом изумительного кристалла. И данный лексикон приводит еще такое определение, что ракия – это небесный свод, который евреи считали твердым и поддерживающим воды. Можно сделать следующие выводы,
что ракия характеризуется определенной твердостью, которая позволяет разделять воды и удерживать их от слияния. Ракия также является и пространством, пространство, которое окружает Землю. И еще такой очень интересный момент. Твердое пространство, которое разделяет воды, Бог называет небесами. И назвал Элохим Ракия небеса, то есть Шамаим. Мы еще с вами вернемся к этому слову и дополним другими значениями. А сейчас продолжим наше с вами исследование. Бытие, 1 глава, 9 текст. «И сказал Элохим, соберутся воды под небесами вместо одно, и явится суша». Данный текст говорит об очередном этапе формирования или создания Земли. Давайте посмотрим схематически. Вода, которая находилась под ракией, начала собираться в одно место. И таким образом образовалась суша, образовались материки. Книга Бытие, 1 глава, тексты с 14 по 20. «И сказал Элохим, будут светила на ракее небес для отделения между дня и между ночи, и будут для знамения и для времен, и для дней и годов». В данном тексте мы видим, что в следующем этапе формирования земли и небес Элохим создает светила. Ивритское слово «майор», которое в данном тексте переведено как «светило», в лексиконе Ветхого Завета имеет значение как «свет», «светоносец», «светильник», «лампа». В данном тексте светило – это то, что излучает свет, несет свет в себе. И в 16 тексте дается более конкретное перечисление этих светил. «И создал Элохим два светила великих. Светило большее для управления дня и светило меньшее для управления ночи и звезды». Бог создает светила, солнце, луну, звезды и помещает их на ракия небес. В 20 тексте говорится: «И сказал Элохим, и птицы полетят над землею на поверхности ракия небес». Из данных текстов мы с вами видим, что Элохим создает солнце, луну, звезды, устанавливает их на ракия небес. И также Элохим создает животный мир, в частности птиц, и птицам определяет летать на поверхности ракия небес. Давайте посмотрим на схему и рассмотрим более подробнее, что у нас с вами получается в нашем исследовании. На данной схеме мы видим очередной этап создания Богом земли и небес. В центре находится земля, на которой уже есть суша, и вода, суша, окруженная водою. Затем идет ракия, или же небеса, как мы читали в предыдущих стихах, что Бог назвал ракию небесами. Ракия или же небеса разделяют землю и воду. Слой воды находится над ракией. За слоем данной воды находится тьма. На ракию, которая окружает землю, Бог помещает солнце, луну, звезды. И по поверхности ракии Бог определяет летать птицам. Так выглядит окончательный этап формирования земли и небес. Вернемся к нашему тексту, и здесь есть очень интересное выражение, которое нам с вами стоит рассмотреть. 14 текст. «И сказал Элохим, будут светила на ракия небес». Употребляется такое вот выражение «ракия небес». На иврите это звучит как «ракия шамаим». Как понять это выражение и что оно значит? Если подходить с позиции буквального значения данных слов, то получается, что «ракия шамаим» можно перевести как «твердое пространство небес». Если мы рассмотрим с вами предыдущие тексты, то мы видим, что до 14 текста Бог употребляет только слово «ракия». Например, Бытие 1.6. «И сказал Бог, да будет ракия посреди воды». Бытие 1.8. «И назвал Бог ракия небесами». Но уже с 14 текста вводится словосочетание «ракия небес». «И сказал Бог, да будут светила на ракия небес». И Бытие 1 глава 20 текст. «И птицы да полетят над землею по поверхности ракия небес».
Стоит заметить такой интересный момент, что вот словосочетание «ракия шамаим», «ракия небес», оно употребляется только в первой главе книги «Бытие». Больше нигде в тексте Библии я не нашел данное словосочетание. На ракии небес находится солнце, луна и звезды. По поверхности ракии небес летают птицы. В чем же есть различие между ракия небес и просто ракия в 6 и 8 тексте первой книги Бытие? Давайте посмотрим схематически, потому что мне не совсем понятны некоторые выражения. Из текста видно, что есть ракия, она же названа небесами. Ракия простирается от земли до вод, которые находятся над ракией. Из текста также видно, что есть ракия небес, то есть твердое пространство небес. На данном твердом пространстве небес находится светило. Бытие 1 глава 14 текст. И будут светила на твердом пространстве небес. Также есть поверхность твердого пространства небес, поверхность ракии небес. На данной поверхности летают птицы, Бытие 1 глава 20 текст. И птицы полетят на поверхности твердого пространства небес. Твердое пространство небес и поверхность твердого пространства небес и просто ракия, является ли это одна и та же субстанция или же это все-таки разные вещи? Так скажем, разные уровни ракии. Можно предположить, что поверхность ракии небес или поверхность твердого пространства небес простирается от земли и до того момента, где находятся облака, где могут летать птицы. Твердое же пространство небес начинается от того места, где заканчивается возможность полета птиц и простирается выше и дальше. И в данном месте находится солнце, луна и звезды. Еще не совсем понятный мне момент – это то, что, согласно тексту, над верхней границей ракии находятся воды, то есть над солнцем, луной и звездами находится определенный слой воды. В последующих текстах мы с вами находим, что эти воды были вылиты в момент потопа и затопили всю землю. Попозже мы более подробнее рассмотрим этот момент. Еще такой очень интересный момент из данного текста заключается в следующем. Посмотрите. «И сказал Элохим, будут светила на ракии небес». Какие функции этих светил, то есть солнца, луны и звезд? В данном тексте мы дальше с вами видим. Будут светила на ракии небес для, первое, отделения между дня и между ночи, второе, для знамений, третье, для времен, четвертое, для дней и годов. Бог создал эти светила и установил их на ракию небес для определенных функций, как мы с вами видели выше. Эти светила должны осуществлять смену дня и ночи на земле, то есть отделять день от ночи. Второе предназначение этих светил для знамений. Бог будет использовать эти светила для предназнаменования ключевых событий в истории человека, то есть давать в этих светилах определенные знамения. Например, как написано в книге пророка Иеиля, 2 глава, 31 стих. «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень». Перед наступлением Дня Господня, то есть День Божьего суда всему человечеству, будут определенные знамения в солнце и луне. Или же другой текст, Евангелие от Луки, 21 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Данные знамения предзнаменовывают второе пришествие Господа Иисуса Христа. Перед Его вторым пришествием будут совершаться вот эти вот знамения в солнце, луне и звездах. Следующая функция этих светил для времен. При исследовании текста Библии можно заметить, что слово «времена» имеют два значения. Первое значение – это как четыре периода, на которые поделен год, то есть весна, лето, осень и зима. Эти светила будут способствовать тому, что на земле будет сменяться друг за другом весна, лето, осень и зима. Второе значение, которое имеет данное слово, это времена как периоды, в которые совершаются определенные Богом события. Например, к
Книга пророка Даниила, 7 глава, 25 текст. «Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Праздничные времена, то есть это период времени, когда совершались праздники Господни. Это есть времена. Или же книга пророка Исаия, 33 глава, 6 текст. «И настанут безопасные времена твои». В данном тексте безопасные времена – это период времени, когда будет мир и безопасность, и спокойное время. Используя данное светило, люди будут определять, когда будут наступать праздничные времена. А также по данным светилам люди будут определять безопасные времена. Используя данные светила, люди разработали солнечные календари, лунные календари, лунно-солнечные календари. Книга Бытие, глава 7, тексты с 11 по 20. Исследуя тексты первой главы книги Бытие о сотворении неба и земли и пытаясь понять первоначальное строение неба и земли, я решил рассмотреть также и тексты в 7 главе книги Бытие, потому что данный текст дает нам интересную информацию, которая дополняет и расширяет наше размышление с вами. Давайте более подробнее рассмотрим сейчас. В данном тексте говорится о потопе и о Ное и его семье. Здесь говорится о том, как начался потоп, как он происходил и чем закончился. Я не буду приводить полностью текст данного отрывка, но ограничусь только определенной выборкой необходимого для наших рассуждений текста. Давайте посмотрим. «В день этот вскрылись все источники бездны великой, и окна небесные открылись». В данном тексте говорится, откуда начала поступать вода на землю. И здесь есть два источника, как мы с вами видим. Первое – это все источники бездны великой. Второй источник вод – это открылись окна небесные. Давайте посмотрим на схему. То есть источники бездны великой. Что это значит? Под землей есть океан подземных вод. И вот в день потопа подземный океан начал вырываться наружу и затоплять землю. Окна небесные отворились – это второй источник. Как мы с вами помним, что над Ракией сверху находятся воды. На мой взгляд, под выражением «окна небесные отворились» это значит, что воды, которые находятся над небесами или Ракией, начали изливаться на землю. Далее в тексте говорится, что вода усиливалась 40 дней и 40 ночей. То есть 40 дней и 40 ночей воды сверху изливались на землю и прибывали из подземного океана. Читаем с вами дальше текст. «И воды поднимались все больше и больше на земле, и были покрыты все горы высокие. На 15 локтей сверху поднялись воды». Данный текст нам с вами сообщает информацию о том, что вода настолько усилилась, что уровень воды настолько поднялся на земле, что все горы высокие были покрыты сверху, причем на 15 локтей. Давайте посмотрим теперь на схему. В тексте говорится, что все самые высокие горы были покрыты водой. Я, конечно, не знаю в то прошлое время, какой высоты были горы и какие горы были самые высокие, но если брать во внимание нашу с вами современность, то самая высокая гора на данный момент в мире – это гора Эверест, которая расположена в Гималаях на границе между Тибетом и Непалом. Высота данной горы составляет 8 километров 848 метров. В тексте также говорится о 15 локтях. Локоть – это древняя единица измерения длины и составляла примерно от 45 до 50 сантиметров. Таким образом, 15 локтей – это около 7 метров. Если брать во внимание современную гору Эверест, ее высоту, и вот эти вот 15 локтей, то получается, что уровень воды над землей составлял примерно около 8 километров, может быть даже и больше, 9 километров. Все материки на земле были покрыты большим слоем воды, причем глубиной 8 километров. Возникает такой очень интересный вопрос. Как мы с вами помним из предыдущих текстов, что землю окружала Ракия или небеса, а над Ракией
был слой воды, а за слоем воды была темнота, тьма. И вот возникает вопрос. Воды, которые над Ракеей во времена потопа, период потопа, начали изливаться на землю. Это продолжалось 40 дней и 40 ночей, так говорит текст. За это время все эти воды над Ракеей вылились на землю? Или же там что-то осталось? Все-таки землю покрывало слой воды толщиной больше 8 километров. Отсюда можно предположить, что эта вода, которая над Ракеей, она вся сошла вниз и покрыла землю на 8 километров. По сути дела, в результате потопа воды над Ракеей не стало. И отсюда у меня появилась такая гипотеза, что когда закончился потоп и вода ушла с поверхности земли, и так как воды не стало над Ракеей, то Ракея, то есть небеса, или другими словами Вселенная, возможно, начала расширяться. И таким образом мы с вами сегодня наблюдаем Вселенную в ее состоянии расширения.